Приветствую вас, Екатерина. В первую очередь, конечно, довольно важно понять, развелись ли вы со своим мужем или нет. Вот, потому что если не развелись, это один момент, если развелись, это другой момент. Вот, то есть тут как бы очень важно эти моменты зафиксировать, потому что, например, развод для многих людей, мужчин и женщин, является очень, ну, очень серьезной травмой, вот, серьезной психотравмой, скажем так. И как бы тут вот, если у вас, например, нет, ну, допустим, по факту развода, да, мужчина вот, ну, просто как бы ушел, да, но при том, что он ушел, как бы вы не разведены еще с ним. Вот. Тут, конечно, могут быть очень такие неприятные, как мне кажется, моменты, вот, потому что это и в определенной степени надежда, вот это в определенной степени ожидания и, собственно говоря, попытка что-то исправить, что-то вернуть. Дальше, значит, не совсем понятно, из-за чего вы переживали, вот, то есть переживали вы, там, ну, к примеру, из-за того, что человек вас, например, обвинял в том, в чем он вас обвинял, или переживали вы из-за того, что отношения у вас, вот, собственно, не сложились, как вы говорите, то есть не совсем понятно, из-за чего конкретно вы переживали, либо у вас чувство вины, вот, ну, возникло чувство вины у вас, да, вот, то есть это, ну, то, на что я бы, конечно, постарался бы обратить ваше внимание. Ну, вот, потому что момент этот достаточно важный, и как бы на него нужно на него смотреть, нужно его преследовать, этот момент. Вот, это первое, на что хотелось бы обратить внимание, да? Второе это, соответственно, чувство вины, которое вам, ну, судя по всему, вот муж ваш внушил, да, ну, по крайней мере, так это выглядит с вашей стороны, вот, так это, по крайней мере, выглядит для вас, что он вам это чувство вины внушил. Я думаю, что здесь у вас проблема, в первую очередь, личных границ. Вот. То есть как-то вот не замечаете вы свои личные границы. Вот. Как-то вы их, вот, свои личные границы не чувствуете, как-то вы вот на себя, ну, наступаете, как-то вы вот к себе вот относитесь несколько вот, я бы сказал, судя по всему, с обесценкой, да, то есть вы себя обесцениваете. Вот, и как бы получается, что вот одна без мужа, вы себя, ну, без, может быть, мужчины, без человека, вот, вы себя, получается, не воспринимаете, по сути, вот. Это,
достаточно такой серьезный момент, в принципе, вот, на который вам, ну, имеет смысл обратить внимание, то, что вы себя вот обесцениваете так вот, то, что вы к себе относитесь вот, ну, вот таким образом, что вот без человека, да, без мужчины я вот, ну, не проживу, например, вот так вот вы пытаетесь это преподнести, как бы. И на мой взгляд, это очень обесценивающая история, то есть обесценивание, подавление себя, и как результат, ну, как результат, как следствие, вы о себе вот далеко не лучшего, получается, мнения. Вот. На что и нужно здесь обратить внимание. То есть необходимо работать как раз вот с чувством вины, которое у вас есть. Это нарушенные вами личные границы. С одной стороны, и попальная такая вот невнимательность к себе с другой стороны. Вот, что, конечно, никак не может быть чем-то хорошим, да, что никак не может быть чем-то вот позитивным, вот, что, конечно же, не может быть для вас вот чем-то, ну, таким вот хорошим, если, как бы, вы хотите построить еще отношения. Вот, поэтому здесь нужно быть предельно внимательны к себе, да, предельно смотреть, в какой момент вы, по сути, под человека, получается, начали подстраиваться, вот, то есть, как бы, ну, на мой взгляд, по крайней мере, вы начали под человека подстраиваться, вот, начали стараться, там, условно говоря, ему угодить, вот, ну, как бы, ценой, собственно, своей бытности собой. То есть вы это делали, вы подстраивались вроде бы, да, но в то же время вы все дальше и дальше, получается, отходили от вот этого, ну, все дальше и дальше отходили от возможности, ну, быть собой, к сожалению. Вот. И это очень печально, как мне кажется. Вот. Но в то же время эта позиция, она, скорее всего, у вас не первый день, да, не первый месяц, и, возможно, даже не первый год. Вот. То есть тут как бы не все так очевидно, на мой взгляд. Вот, поэтому тут нужно, конечно, разбираться с этим, вот как вы оказались в этом аспекте. Да, как вы оказались вот, ну, как бы, в таком положении, в таком состоянии. Следующий момент, это то, что начать, как вы говорите, жизнь с чистого листа невозможно. Вот. То есть нельзя начать жизнь с чистого листа. У вас есть определенный опыт,
У вас есть определенное впечатление. Вы выросли, вы что-то вынесли из этого. Ну, я имею в виду из, ну, из этой ситуации, которая с вами произошла. Вот. Вы что-то вынесли из нее. Вы что-то как бы для себя почерпнули. Вот. Но на мой взгляд, сейчас вы этого опыта избегаете. Вот. Старательно, потому что он болезненный, потому что он, ну, вероятно, намекает вам на то, что нужно что-то вот в своей жизни менять. Менять что-то в своей жизни всегда тяжело, всегда трудно, вот, и вы не исключение. Вот, это нормально, что, ну, что вы не хотите, например, что-то менять вот в своей, например, ну, например, в своей жизни, да, вот, это нормально, но, тем не менее, это необходимо, если вы не хотите повторения истории, и если вы хотите все-таки быть, ну, счастливым, вот, поэтому, я рекомендовал бы вам не пытаться вот, начинать жизнь с чистого листа, вот. А вместо этого посмотреть на то, например, какой опыт вы, ну вот, вынесли, да, какой опыт вы получили, вот, что вы для себя получили в этом. Это, на мой взгляд, очень важно. Вот. Если вы для себя это увидите, если вы для себя на это именно вот посмотрите, то мне кажется, что ситуация, которую вы попали, вот она, эта ситуация станет, ну, для вас гораздо более приемлемым и менее болезненным, потому что, ну, вот технически, та причина, вот, по которой вы, например, ну, чувствуете боль, вот, технически, та причина, по которой вы чувствуете боль, это не принятие опыта. Поэтому считывали, да. Так, как будто бы ничего не случилось, начать нельзя, невозможно и не нужно, на мой взгляд, по крайней мере, вот. Что на самом деле вот нужно, как мне кажется, да, вот, вот, что реально нужно, да, это вам увидеть то, что вы получили. В этом, ну вот, для вас болезненном, да, болезненном, как бы, опыте, вот, в этом неприятном опыте, вот как-то так. Следующее, на что хотелось бы обратить ваше внимание, интерес к вашей жизни. Дело в том, что то, что вы описываете, судя по тому, как вы описываете это, очень похоже на то, что не особо вы как-то вот уделяли
внимание ну, своей реализации, не особо вы уделяли внимание тому, что вам хочется, вот тому, что вам интересно, не особо вы уделяли внимание тому, что вам нравится, вот, не особо вы уделяли внимание, в общем говоря, ну вот, какой-то реализации своей. Вот. И, соответственно, если вы вот этому внимание не уделяли, вот, если вы тому, что вам интересно, внимание не уделяете и не реализовываете никак, то, естественно, для вас очень травматично то, что происходит. То есть травматично потерять человека, травматично слушать его обвинения, вот, потому что вам не на что опереться. Вот, обычно там люди опираются на себя, да, вот, обычно, но тут вот в вашем случае, например, вам это сложно сделать, потому что вы на себя как бы не опираетесь, вот, вот по той причине, что, ну, возможно, не привыкли, да, вот, и так далее. То есть тут вот нужна ваша собственная реализация, вот, ваши собственные интересы, вот, и то, на что вы могли бы делать упор. Вот. Сейчас этого, к сожалению, нет, и вот это то, ради чего вам, собственно, вы двигаться. То есть на работу вы выходите, вполне вероятно, ради денег. Вот, деньги — это, конечно, нужная вещь, но не единственное, что делает человека счастливым. Либо деньги должны быть такой вот всеобъемлющей ценностью, которая, по моему мнению, судя по тому, что вы описываете, таковой для вас не является, так как вам этого, судя по всему, мало. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи!